Всем привет, это Надрип, и сегодня играем опять же на карте, которую мне создал мой друг Илька Маханов. А короче. Ну все, что здесь в сундуке? Ни хрена себе. Куча оружия всякого. Лук, стрелы, бронька, куча стейков. Ну ладно. Я все возьму. Ладно, буду не по-чешски проходить. Ну все, что, старт. Босс. Лабиринт. Продолжение. Ну, продолжение, когда все это продолжишь. А, когда так, сначала паркур. Лабиринт. Сначала паркур. Оп. 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 Здесь столько предметов, охренеть. Блин, я упал. Я по-разному видел. Ты лестницу не сделал. Где? Это, блин, на паркуре, когда ты тут падаешь, что-то. Где там кружочков есть? Чё? Там кружочком идёт. Понимаешь, что здесь лестницы нет, я же упал. Как мне подняться? Ну там вот так идёт кругом лестница. Вокруг идёт. Ну ты не понял. Ну, короче, в другую сторону там посмотри, на другую. Да, блин, смотри, я сейчас демонстрацию включу. Вот, как мне подняться? Ну, ладно, я туда пойду сразу. А здесь как? С другой посмотри. Лошара! Это значит, где нас я считаю? Карта говно. Карта говно, обсираем. Гейммод. Я сразу беру лестницу и буду строить за тебя. Ну что ж, я все сделал, как всегда, за своего друга. Ну не как почему, как всегда, только одна серия пришла. Окей. Сейчас главное не упасть. А кстати, вы вспомнили про... Как он говорил про курицу? А, да. И чё? Ай, блин, я упал. Снова заново проходить. Окей. Ой, не там, да. Чё не упал, охренеть. Да блин, чё я не побежал? Я чё-то остановился. Блин, не могу пройти даже первую часть, я нуб какой-то. Ну, я там карту посмотрел, и там последний босс. Я сейчас взломаю этот заборчик. Блин, там же кирка нужна. Окей. О, нашел наконец. Чё там нашел? Ура, прошел. Ставлю здесь спаун поинт. Не нашла. Вот все. Теперь сюда. Блин. Килл. Так, вещи сохранились, отлично. Ну я там сохранил и ставил на КТК. А. Кип инвертори. Да блин, я снова. Блин, нет. О боже. Я поставил геймоид на земле. Нечаянно. Перепутал команды просто. Spawn point. Теперь геймод 0. Теперь килл. Ну просто так, чтобы не перепутать, куда буду. Да. Все, я сосредоточился. Я до сих пор не сосредоточился. Что? Так, я здесь тоже спаун-пойнт поставлю. Теперь...
Елен? К нам, короче, к нам присоединяется аккаунта. Поздравляю. Ну ладно. Блин, я спаунпоинт снова криво поставил. Я спаунпоинт криво поставил. Чё ты Акаку добавляешь? Просто здрасте. Да. Просто здрасте. Короче, если он неправильно поздоровался, скажет, ну, я его, короче, найду где-нибудь и убью. Напишите комментарий. Да. Напишите его ID, плиз. Блин, у меня от Елены лагает. Как от меня может лагать? Потому что ты просоединился и мне... Ну смотри, у меня Бандикам, Майнкрафт и Скайп. Ну это не такая же большая нагрузка, но все равно. Майнкрафт тут вообще у меня летает на 200 FPS. Ну был на 200 FPS. Слышите, у меня Майнкрафт был на 200 FPS, а когда зашел Акак, то у меня стало 150 где-то. Ладно, я микрофон отключаю. Да ладно, ну, как хочешь. Сейчас вот на этих лестницах, тут реально тяжело. Чуть-чуть. Капельку чуть-чуть. Ты сделал слишком легкий паркур. Легкий в кавычках. Легкий в кавычках. Да. Я понял, как это проходить, все. Я понял. Оп, 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 правильно. Оп, 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 правильно. Оп. Да. Ненавижу лестницы. Я ненавижу прыгать по лестнице, как любой человек. Никто в Майнкрафт не любит по лестницам. Ну вот это сейчас нечестно было. Чё я не бежал? Что нечестно как-то. Он не любит лестницы, значит и Майнкрафт не любит. Я люблю там играть. Я люблю там Call of Duty играть, что-то такое. Я, короче, сборку делал. Я забыл спаунпоинт поставить. Я забыл. Я все время падаю, потому что не умею по этим гребаным лестницам забираться, уже задолбало. Задолбали лестницы. Да ну прыгай, нормально. Стив, ты чё? Тут меня всегда подводит W, фух. Спаунпоинт. Бежим. Давай, еще чуть-чуть. Ну, блин, не падай. Я снова упал. Ну хорошо, что я спаунпоинт поставил. Что? Ну, Гадрик, помнишь? Мы на Скайблоке же играли. Ну. И там, помнишь, вот такие можно кисти любые делать. Там обсидиановые, как они называть мод? Ну и чё? Тинкерс Констракт. Чё? 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 Я понял, о чем ты говорил, но... А по такому видео нельзя говорить. Понимаешь, это видео, тут нельзя про такое говорить. Его не забанят. Не забанят меня, просто зрителям как-то не очень. Я прошел паркур, теперь лабиринт. Лабиринт проходит. Не умеешь писать. Ай, блин, лава, 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 лава. Очень. Мне кажется, как будто я неубиваемый какой-то. Я прошел лабиринт, поздравляю. Изи, да. Босс, это иссушитель, да? Иссушитель, да? Понятно. Очень оригинально. Очень оригинально.
там броня, ты видел какая? Да, этот песок душ, череп сушителя. Крутая бронька. Ой, блин, я ее второй раз взял уже. Я его уже второй раз взял, эту броньку. Все. И чё, тут я еще что-то забыл вроде бы? Или нет? Ну все, я думаю, все я взял. А где ставить? А где ставить осушитель? А где вот эта кнопка на командном блоке продолжение? Это что, это когда убьешь осушителя, тогда нажимать на нее, да? Да. Окей. Я осушитель так поставил смешно. Так что никто не ставит, похоже. Как тут вообще победить осушителя, если ты... у меня... Чё? А, я понял, чем мне осушитель не построился. Потому что я так криво разместил. Так почему-то нельзя размещать. Странно. Поставлю тогда осушители. Вот. Да блин. Как ты тут. Как тут ставить раз. А, ну. О, все, я понял как. Раз. Чё осушитель не... А, у меня мирные настройки. Я на легкую нужно поставить. Ну, короче, когда ты убьёшь босса, оно продолжение будет. Да, я понял. Когда босс 2, когда будет босс 2, да, ты его самым последним должен заходить. Всё. Окей? Он сейчас взорвётся, как я его тогда выиграю? Он же взорвётся и меня взорвёт. Ну, я подальше отойду просто. Как я выиграю вообще? Спаунпоинт точно поставить. Спаунпоинт. Все, поставил. Фух. Он что, за карту вышел? Блин, не показался. Он за карту вышел. Он меня почти убил. Он сундук сломал. Ну как ты рассчитал, что я должен выиграть? Я ни хрена не вижу. Я вообще ничего не вижу. Он сломал все факела, все такое. Это impossible. У меня, надеюсь, яркость на максимуме. Да. Охренеть. Шип такой или попробую? О, я к нему могу. Я его кончик. Я ему просто в кончик стреляю, реально. Я тут вижу его кончик. Я золотое яблоко съем. Я кончика этого не вижу, но я как-то в него попадаю. Отлично, я нашел, короче, этот его точку удобно. Ха-ха-ха-ха-ха, на. Спасибо вам, золотое яблочко. Еще одно золотое яблочко. Эти золотые яблочки не такие дал, да? Ну да, но все равно они немножко помогают, потому что они еще две хпшки дают. Блин, уже не увезим после стрел. Осталось его мечом мочить. Блин, быстрее, выкройте. Давай. Ну тут так темно, ты не рассчитал того, что он взорвется и все взорвет. Давай. Там чуть-чуть. Мочи. Да, все, отлично. Звезда, да выпала? Нет. А, нет, выпала. Отлично, все, только он сундук взорвал, у меня теперь инвентарь. Нет, у меня золотой шлем почти сломался. Сейчас продолжение нажму. Да, нажму. Там кнопка сломалась, прикинь. Кнопка взломалась. Лошара. Ну что такое? Я не ставил. Как ты не ставил кнопку? Я ставил, да. Но она сломалась. О боже. Ну ты не предрассчитываешь ничего. Вообще ничего не предрассчитываешь. Не пред... Фу, блин. Ничего не про... Короче, наступить. Все, я телепортнулся. Продолжение. Он даже табличку сломал. Босс 2. Скайблок? Да, пройди. Правильный ответ. Давай правильный ответ. Я люблю отвечать. Кто создатель карты? Ну, лагерь. Я думаю, лагерь. Нет, конечно, Илька. Как зовут моего друга? Вадик. Картошник-дурак. Я думаю, картошник.
Ладно, дурак. Ой, блин. То есть не дурак я нажал, а посередине что нажал. Как называется игра, которую ты сейчас играешь? Ну ты слишком легкий вопрос задаешь. Лучше бы там задавал... Не знаю. Кто президент Украины? Типа я не знаю, да? Смотри, Warface, CSGO, Minecraft. Ну я думаю Warface, да. Это очень похоже на Warface. Или на CSGO. Тут вообще оружие полно. Смотри, вот это тоже. Вот это смотри, это АК-47 с CSGO. Этот лук, это АК-47 с CSGO. Ну я думаю Minecraft. О, все. В каком стране живет автор карты? А, Казахстан. А, нет, Кандыагаш. Такой страны нету, кстати. Это что, Казахстан? Это не страна. Это город, да. Смотри, страна. Россия, Украина или что-то там еще было. И город. Какой учит автор карты язык? Откуда я знаю? Русский? Неправильно. Немецкий. Угадай, какой он наш? Неправильно! Нет, я умираю. Че я умираю? Я на спам телепорт, пожалуйста. Слышь, я этот включил этот. Как его? Блин, мне заново. Я вообще телепортил в самую изначальную точку, и там меня било. Окей. Снова правильный ответ. А чё тут табличек нет? Вот теперь Вадик. Майнкрафт. Кандыагаш. Казахский? Ты чё, идиот? Казахский? Ты же изучил уже казахский. В школе учатся два языка. Свой родной язык и ещё какой-то язык. И может еще какой-то язык. У нас в школе наш язык украинский, немецкий и английский. Вообще только казахский учишь, что ли? Да. Охренеть вам. О боже. Так, скайблок. Что такое скайблок? Что? Не написано ничего на табличке. Тут рычажков полно. Я туда мусор положу. Ну так, например. Кэзл точно не козу, потому что он мне славно. Я такую звезду. И стрелы возьму. Что еще здесь делать? Я понял. Блин, я в гейм-моде, я забыл. Так смешно звучит гейм-мод. Гейм-мод. Алло. Что, придурок что ли? Это не смешно. Это смешно. Еще как не смешно? Это еще как смешно. Это еще как не смешно. Это еще как смешно. Вы должны дойти до двери. Это слишком легко. Для чего здесь ведро воды и ведро лавы? Если есть земля и дерево. Смотри, колобок повесился, это тоже тогда смешно. Нет. Да. Это вообще не смешно. Вот зрители скажут. Хотя у меня, блин, 8 подписчиков. Какие еще зрители? 8 вот классу расскажу, они меня обсмеют. Не прикол смеют, а меня. Такое, что я сказал, такой дурацкий прикол. Нормальный прикол. Ладно, я буду по-нормальному развиваться. Сделаю верстачок, сделаю. Потом сделаю палочки, потом сделаю... Что сделаю? Потом кирку сделаю. Потом еще себе меч алмазный сделаю, да? Если бы здесь алмазы были. Начинать здесь 64 рычажка сюда положил. Окей, теперь ведро воды, ведро лавы. Здесь одна вода, короче, вот так. Так. Все такое, короче. Потом вот так, вот так. Там... Блин, не помню. Сначала воду разливать или сначала лаву? Вот вода. Нет, пусть будет лава. Нет! Лава превратилась в бедрок. Я не умею строить генератор воды. Я лох. Все. Я буду просто из земли строить. Земли не полюбасу хватит. Земля. Лучше бы положил туда несколько ведро воды и несколько ведро лавы.
такого слова нету. Несколько ядро. Лавы, несколько воды. Несколько ведер лавы и несколько ведер воды, когда. Я ведров сказал. Ведров. Так. Правильный ответ. Босс 2. Паркур. Босс 2 это Эндер Дракон. Ух ты, ничего себе на этих блоках слизневых паркур. Чё у меня так лагает? Это от Акаки лагает. Так, чё я не прыгаю? А чё я все, чё я у всех лагаю? Смотри, ты присоединился. 80 FPS уже у меня. А, это еще от дождя. Блин, я забыл, как называется команда это от дождя. Я тоже забыл. Я 2 года в Майнкрафт не играл. Конечно, не играл. А вчера, а чё? Вчера ладно. Не считает. А поза. Ты тоже все не считает. После этого я в фотошоп зайду. Если убил. А если я уже убил? В мыслях все. Ни хрена себе, вот это еще крутая рожка. Защита 4. Илька, слышь? Илька. Ильдар ушел. Он больше не будет нас беспокоить. В этом мире. Конечно. Он должен быть. Видео же про его карту. Чё тебе надо, а? О, привет. Короче, после... После Майнкрафта я пойду фотошопить своих друзей. Окей, все, я иду в Эндермир. Ой, какой Эндермир? А, ну да, Эндермир. Смотрите, вот смотри. Если вы его друзья есть, да? Он вас всех фотошопит, я знаю. Я видел. Ну, там везде лайки не ставьте. Смотрите, какой я просто мастер-стрелёк. Только мне лаги чуть-чуть мешают. Потому что у меня когда скайп кто-то подключается всегда. Эндермен, на мне не хочешь нападать? Окей. А ты что, ты уже все прошел? Нет, я вот на Эндер-драконе, я убиваю эти кристаллы его. Нет, смотри. Блин, охренеть, я с первого раза все кристаллы попадаю, я мастер-лучник. Я мастер-лучник. А ты паркур 2 прошел? Да, я все прошел. А, потом... Там вообще изи паркур 2, что это за паркур? Окей. Блин, я так быстро уничтожаю, я сам уж удивляюсь. Кристаллики. Вот это уже тяжелее попасть. Сам мне кажется, на дракона мне летит. Ой. Оп! Мимо. Окей, так теперь сюда нужно попасть. О, тихо. Отлично. Давай, быстрее, пока он восстанавливается. Блин. Короче, я не знаю, как тебя там. Зачем? Ну, ладно. Может, мне Миша лагать будет. Ну, начинить. Алло, будет? Блин, не могу попасть, у меня тут самая большая вышка, не могу в него никак попасть. Алло, Бодрик. Алло. Давай. Да, уничтожил, прям когда он хилился. Охренеть. Кого? У тебя, когда я хилился, прям когда Эндер Дракон хилился, ой, блин, меня ударил. Я, короче, убил кристалл. Давай. Сейчас убью кристалл, давай. Блин. Я мазил чуть-чуть, капельку. Пробую пасть в Эндер Дракона. Ну, там еще кристаллы остались, блин. Ух ты, блин, как он рядом пролетел. Так. Сюда. Почти. Мне кажется, он меня летит. Ой, я в него нечаянно стрелы попал, даже не увидел сам. Давай. Да, отлично. Остался один единственный. Слышь? Этот один единственный, это вообще на другом островке. Где я блоки возьму? Блин, мне... Вот сейчас Илька с Эндермиром вообще повезло. Тут башня стоит, и там на другом островке вообще. Блин, с первого раза попал, охренеть. Какой-то я читер чуть-чуть. Главное, на Эндермана не смотреть. Хотя нет, какая разница. Эндерманчик! У-у-у. Блин, я испугался. Эндерманчик, Крафтхартик, привет.
Ну, да, дракон, ты куда? Я же хочу с тобой по-братски. Жаль, монтажеров не умею, сейчас бы быструю перемотку сделал. Да вы все не ждали бы. Ладно, вернусь, когда уже до дракона, уже до дракона, когда уже будет мало жизней, тогда вернусь. Ну все, осталось чуть-чуть. Давай, почти добил. Блин. Чуть-чуть-чуть-чуть, давай. Да, блин, у него одно хп осталось. Оп! 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 Эндермена не мешайте. О, все, давай! Давай! Опа! Эпик! Все, я его убил! Да! Наконец-то! Он мне даже одного хп не снес. Этой брони. Надо такой слежённой броню сделал. Сильно такой. Хрень, еще 60 уровень будет, да? Нет, больше. 70, может. Нет, 62. А ты снимал вообще? Чё? Слышь, а если... Смотри, мне куда... Мне что делать? Мне в этот портал идти или что делать? А, ты... Да? Ладно, фу. А как пропустить титры? О, всё. Ух ты! В каком я месте заспавнился-то, а? Ты тут все продумал. Ты снимаешь карту сейчас? Да. Я просто не сказал, да. Все, босс... босс второй пройден. Сейчас нажму сюда. Как? А, все. А что дальше? Что такое 1, 2, 3, 4, 5? И здесь какой-то секретный проход за картинами. А? Сначала я посмотрю сундуки. Если в сундуках будет что-то... Ну ладно. Здесь 4. Это прикольно. Нагрудник бога. Нагрудник бога. И у меня дерево. У меня дерево не осталось. Ну ладно. Все, оценка карты. Барабанная дробь. Так. Я думаю. Два, один, запуск, банки. Я вот так рычажки поставлю. Вот так я все включу рычажки. Просто так. Потом сделаю вот так, закрою двери. Потом убью слизней. Потом чуть-чуть постреляю. Попадаю в рычажки. И потом стрелой... Потом отойду. Отойду. Из второй комнаты стрелой я должен дострелить до пятерки. Если он дострелит, то будет четверка. Пятерка! Я дострельнул. Все. Оценка карты 5. 5, 5, 5, 5. Все. Ну что ж, с вами был Владрип. Мы проходили карту. Вот такую вот. Там мне сделал мой друг. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Скажите пока. Пока.